Это Причард Коун, бывший профессиональный боксер, на которого подавали большие надежды в боксе. Но один удар изменил его в жизнь, страшный кошмар. Перед тем, как начать, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Желаю приятного просмотра. Причард Коун по национальности пуэрториканец, но родился в США, в штате Калифорния, 19 сентября 1992 года. Его родители Невис и Ричард Коун, военные в отставке. Коун увлекся боксом еще в раннем детстве и подавал надежды не только в боксе, но и в учебе. И в возрасте 10 лет Коун со своей семьей переехали в Пуэрто-Рико, где он начал свою любительскую карьеру по боксу. Ричард Коун был очень перспективным бойцом и показывал очень яркие бои. По любительскому боксу парень провел очень много боев, где одержал 170 побед и 15 поражений. Просто впечатляющий показатель для такого молодого бойца. С хорошим рекордом Коун завершает свою любительскую карьеру и в 2012 году переходит в профессиональный бокс. В своем дебюте он отлично показал свои навыки и нокаутировал своего оппонента в первом же раунде. В профессиональной карьере он одержал 16 побед, 13 из которых он выиграл нокаутом. Все шло как по маслу, и 17 октября 2015 года он должен был встретиться с очередным соперником, но он и не мог представить, что этот бой изменит его жизнь с ног до головы. 2015 год. Причард Коун против Террелла Уильямса. Бой начался довольно агрессивно со стороны Уильямса, и в первых 5 раундах Коун оказался впереди. Террелл Уильямс неоднократно нарушал правила и наносил удары по затылку, или как еще называют, удар кролика. Коун не раз сообщал об этих ударах, но рефери никак не реагировал на нарушение Уильямса. Исходя из этого, Коун разлился и нанес удар ниже пояса, за что был оштрафован на 2 очка. Уильямс продолжал нарушать правила и наносил удары по затылку, и после нескольких ударов впервые в своей профессиональной карьере Причард Коун был сбит с ног. Между раундами Коун поговорил с врачом у ринга и сказал, что у него кружится голова, но он чувствует, что может продолжать бой. Врач дал добро на продолжение боя, но в 9 раунде Причарда Коуна дисквалифицировали за то, что с него ошибочно сняли перчатки, думая, что это конец боя. В раздевалке Коуна очень сильно тошнило и болела голова в области затылка, после чего его доставили в больницу и обнаружили мозговое кровотечение. В результате Причард Коун впал в кому более чем на полгода, а если быть точнее, на 221 день. В возрасте 23 года парень стал инвалидом. На данный момент с ним все хорошо, но ему требуется постоянный уход. Он перестал разговаривать, он еле ходит на ногах, и ни о какой бойцовской карьере речи не может быть.